Добрый день, зрители нашего канала. Сейчас мы хотели поговорить с Александром по поводу качества сортов, которые сажаются. Да? То есть большинство до сих пор у нас сажает еще старый сорт Виктория. Да? Притом, честно сказать, да, то есть люди думают, что если они берут усы там, с одного поля переносят на другое, то есть что-то улучшается. На самом деле проблема, когда здесь вот две. Да? То есть это, во-первых, очень старый сорт, который не транспортабельный, да, то есть ягода быстро текет. Второй момент очень важный, да, что вот это то, что усами производится, да, то есть на самом деле, когда клубника не приходит, то есть очищенная от вирусов, да, от болезней, почему люди бьют импортную, да, и от нее получают уже для себя? Потому что в ней нет накопленных болезней. Нет накопленных болезней, соответственно, потенциал урожайности всегда выше. Притом он может быть выше в разы. То есть тот, кто связывался с картофелем, меня понимает сразу, да, то есть если картошка приходит, там семена импортные там приходят, да, то есть или первая, вторая репродукция, урожайность будет супер. Если вы берете какой-то непонятный картофель, сомнительный, сажаете сами, то у вас и болезни, и гниет, и урожайность низкая. То же самое и с клубникой. То есть если вы выбираете сорт, старайтесь максимально брать более, скажем так, в репродукции выше, да, то есть там первая, вторая, после импортной, вот когда она пришла, импортная, да, то есть от нее. Такая клубника вам при тех же самых затратах по ухаживанию, то есть вы то же самое будете капельную ленту поливать, все делать, она будет давать вам значительно больше. Вот Александр сейчас подтвердит, конечно, он как уже практик это может сказать. Ну, смотрите, вот в очень большой степени урожайность гектара клубники зависит от того, какой вы посадили сорт. В настоящее время вот у нас на наших полях у нас есть клубника ремонтантная, дающая урожай весна и осень, вплоть до Нового года. И есть традиционные сорта, это в основном крупноплодные сорта. То есть здесь уже вот в этих сортах это, как правило, импортные сорта американской, итальянской селекции, английской. То есть в этих сортах уже поработали селекция, и ягода, она транспортабельная, крупная, имеет привлекательный внешний вид. На Виктории, я не знаю, даже на капельном орошении мы можем получить количество урожая, но качества мы никогда не добьемся. Нужна ягода плотная, и лёжкая. Лёжкая, но транспортабельная, при этом... и при этом должна иметь вкус. Да, хороший она вкус. Не просто должна быть ватой какой-то, а должна быть иметь аромат. И кисло-сладкая, самая первая весенняя ягода. То есть она должна радовать человека своим вкусом, а не просто быть каким-то телом. Ну, что есть, то есть. Да, вот каждый год привозят мне ягоды, да, то есть в контейнерах. Да, то есть 3-4 контейнера, конечно, за один день их не съешь, я их в холодильник ложу. 3-4 дня спокойно в холодильнике лежит. То есть если раньше я с базара брал эту Викторию, да, все, что не съел до вечера, можно спокойно уже выкидывать. То есть разница колоссальная. Вот я уже как поедатель клубники могу сказать, да, то есть разница очень большая. И на вкус на самом деле, да, вот тот же самый сорт Ханей, да, мне он просто очень нравится на вкус. Вот я уже даже стал понимать в сортах, ну, как вкусовой, скажем, потребитель. Поэтому, в действительности, не надо думать, что импортные сорта, они вот только такие транспортабельные. Они реально есть очень вкусные. Ну, Влад, с тобой соглашусь, но здесь надо учитывать тот момент, что во время налива самой ягоды и роста ее мы работаем удобрениями, дозированными и порциями удобрений. Азот, фосфор, калий, идет кальций. Поэтому ягода получается сладкая. В ней присутствует сахар. Да, мы калий вносим. Без калия не получится качественной ягоды. Вот я видел неоднократно на рынке крупная, красивая, а крупная ягода, но она цвета не имеет. Почему? Потому что там явно не вносится калий. Или, может, вносится недостаточно. Нет, я думаю, что просто не вносится. Может, не вносится, да. На арыковом поливе вообще нереально внести вот удобрения. Почему? Потому что, ну, арыковый полив тяжело там, и тяжело его доставить до корней растения. И густоту на арыковом поливе. То есть капельный полив – это уже актуальность. То есть это уже не какое-то там что-то такое заморское. Сейчас уже везде стоит. То есть на клубнике капельный полив должен быть. Если кто-то заинтересуется вот выращиванием клубники на капельном орошении, мы можем оказать комплексную такую услугу, вот под ключ сдавать какую-то площадь. То есть это, ну, подготовка почвы от хозяина, а наша задача — установка капельного, высадка и рекомендации по поливам, по минеральным питаниям, по стимуляторам роста. То есть, так что кого интересует, может обращаться к Александру.
Потом в ссылках телефон мы его оставим. Еще вот такая статистическая вот оценка вот по бизнесу клубничному. У нас, смотрите, у нас в ЮКО очень большой потребитель клубники город. Город 700 тысяч населения. То есть потребление клубники, я думаю, ну, нужно городу ну, не менее 500 тонн. При урожае в 5 тонн в гектара, представьте, 1000 гектар клубники, где? Ее нет столько. Реальный путь выхода из этой ситуации, чтобы достаточно было клубники и цены были доступны, это вот посадка ее и выращивание на капельном орошении. Я бы добавил не только это, я бы сказал, что вот такие сорта при такой технологии, самое важное, это эту ягоду можно спокойно вести 2-3 дня. А 2-3 дня при нынешних расстояниях, это не только даже Астана, это возможно, это может быть и Омск, и Новосибирск. Там цена, если на раньку, то там цена гораздо интереснее. То есть на самом деле это нормальный экспортный продукт. То есть поэтому именно по этой технологии можно расширять и увеличивать продажу ее в Россию, в северные города. И, соответственно, фермеры будут зарабатывать больше за счет этого, за счет цены. И эта культура ягодная, скоропортистая, понятно. Но вот по клубнике здесь же есть разные направления ее использования. Это свежий вид, предварительно охладив ее и транспортировка в рефрижераторах. Второе направление – это переработка ее, это джемы, это варенье. И третье – ее можно замораживать. Замороженная ягода, она может куда угодно ехать. Поэтому вот свежий вид, понятно, это ягода для пригородного возделывания, чтобы ее далеко не транспортировать. А дальше вот такие варианты, да. Вот специально в этом году для того, чтобы как бы повысить транспортабельность, мы поставили вот холодильные установки, будем охлаждать урожай для того, чтобы кто там его возит в Астану, в Алмату, могли спокойно его транспортировать. Да, то есть ягоду, видите, надо охлаждать на самом деле прямо на поле. Это конечно, это обязательно. Если вот прошлые года мы на уборке работали с 6 часов утра и до 10, после этого ягода нагревается, уборка останавливалась, в этом году мы сможем работать практически целый день, сразу поместив его в холодильник и храня ее там при температуре 2 градуса. То есть это нам удобно и удобно ну, как бы тем, кто ее транспортирует дальше.